Привет, дорогие друзья! Сегодня знаменательный день. Я целый год не был у себя дома в Беларуси, и сегодня я отправляюсь навестить своих родителей, друзей, потому что реально я последний раз был в Беларуси в июне прошлого года. Не в июне, даже в апреле. Даже в апреле. И на самом деле мои родители и некоторые друзья очень соскучились по мне и хотели бы со мной встретиться. И я решил, что на этих выходных я могу себе позволить просто взять и уехать. Катя работает, будет работать, поэтому я отправляюсь один в это путешествие. Катя уже скучает, я еще не успел отъехать, как уже вот такие вот эмоции, друзья. Так что ближайшие мои влоги будут из Беларуси, увидите, как я там живу, как я съездил к себе в деревню, я там уже не был 100 лет, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вы все это увидите. А меня вы, к сожалению, не увидите в этих влогах. Я Кате буду в личные сообщения скидывать, как я тусю. Вот, собственно, и приехал я на место, откуда меня повезет автобус в Витебск. Со мной рядышком вот такая вот большая красная сумка, которая досталась мне от одной кассирши. Она, кстати, тоже из Витебска. Она попросила передать посылку своим родителям, и я не мог, как говорится, отказать ей в этой услуге. Ну, блин, тяжелая сумка, но надо делать добрые дела и помогать тем более своим соотечественникам, своим, как говорится, белорусским друзьям и знакомым. Поэтому сейчас я иду... Наверное, все-таки в микроавтобус, потому что я не знаю, обычно я езжу блаблакаром. И поеду уже в долгое путешествие. Думаю, часа в 3-4 утра уже буду в Витебске. Полпятого утра, вокруг ни души, я прибыл в Витебск, со мной тяжелая сумка, вокруг вообще такая тишина, такое спокойствие, быстрее иду домой, потому что немножко холодновато. По сравнению с местом, где мы с Катей живем, в большом 18-этажном доме, мой родной дом, где я родился, где вырос и прожил около 19 лет, кажется таким маленьким и причудливым, что просто диву даешься. Впрочем, меня год здесь не было, но я вижу, что двор вообще не изменился. Как не было асфальта, такого и нет. Посмотрите, просто голая земля. Собственно, можно и 5 лет не приезжать, и все будет так же. Отправляемся с родителями на дачу. Вот наше красное бестие. Парик уже сидит. Оп, оп. Еще выложи, слышишь? Еще меня выложи там, чтобы все смотрели на меня. Мам, ты будешь в топе моего канала. Да, в топе. Барик со мной. Барри любит путешествия. Да, Барри? Ага. Передавай всем подписчикам привет. Барик любит ездить на машине. Отправляемся в добрый путь. Как-то быстро мы добрались до моей деревни, ехать сюда около 5 километров, но сейчас у моих родителей есть машина, а раньше мы добирались сюда на велосипедах. И
Папа сажал меня вперед перед собой, и так мы вот ехали 5 километров. Плюс сзади была какая-то сумка тяжелая, всякие банки, шклянки. Вот так и путешествовали раньше. Собственно, я все лето всегда проводил в деревне, и это моя вторая родина. Я давно здесь не был, на самом деле лет 6 или 7. Деревня так близко находится к городу, что сюда уже пустили городские автобусы. И я уверен, что лет через 10 это уже просто будет часть города, просто обычный район. Это уже не будет считаться какой-то деревней или городским поселком. Это уже будет полноценный Витебск. Собственно, это и есть место, где я провел все свое детство. Каждое лето я приезжал к бабушке и дедушке вот сюда, в этот дом, который оброс травой, не знаю, виноградом. Пойдем посмотрим, что внутри. Мама мне объяснила, что это за такая трава. Это девичий виноград называется. Только мамы знают о растениях все. Мы уже молодое поколение, особо этим не интересуемся. Ой, крыльцо, старое доброе крыльцо. Помню, вот здесь вот на этой доске я писал Италия-Болгария 3-0. Мы с братом постоянно играли здесь в футбол. Здесь стояла скамейка, здесь уже ничего нет. Здесь дед любил сидеть, бабушка. И здесь тоже была скамейка с этой стороны. То есть с двух сторон была скамейка, сюда приходили. Бабушка Валя, которая живет вот в соседнем доме, вот здесь вот она живет. Ей, наверное, уже 90 лет, и она до сих пор еще живая. Была подруга моей бабушки. Давненько ее не видел. Так. Маму снимать нельзя. Маму нельзя снимать. Да, дайте. Дальше можно. Дальше можно. Барик уже сбежал. Барик где-то бродит по огородам. Вот такая вот мини-экскурсия вам. Ой. И папа здесь. Папа, передай привет. Всем привет. Сейчас будем работать. Рабочий класс. Классно. Вот чем мне нравится деревня, это то, что здесь тихо, уютно, спокойно. Можно от городской суеты немножко отдохнуть. Класс. Барри! Барри! Барри, Барри, Барри! Пес! Идем! Беги, беги, беги! Барюся! Барри гоняется за бабочками. Пока играет шансон, посмотрите, здесь внутри уже ничего нету. Просто полностью идет ремонт. От той деревни, которую я помню, уже ничего не осталось абсолютно. Вообще, я даже не узнал. Посередине стоит вот такая вот печка, новая. Ну, сейчас будем вывозить вот эту землю. Я не понимаю зачем, но будем стараться. Сейчас надо переодеться, потому что я во всем чистом. Сейчас папа будет делать из меня газонокосильщика. Я никогда в жизни не косил траву. Ни обычной косой, ни электрической, никакой. Да, пап? Да. Ниже, ниже, по земле води. Ниже, да? Да.
В детстве я частенько приходил сюда. Здесь просто потрясающий вид. Посмотрите, какое поле с высоты. И здесь я частенько спускался на лыжах вниз с горы, постоянно падал и ломал лыжи. И помню, дед меня постоянно ругал за это, что я постоянно ломаю лыжи вот на этом спуске. Круто. Вообще классный вид. Кайф. Тишина, спокойствие. Можно сесть, включить какую-нибудь панк-рок песню и немножко подумать о жизни.